нужно играть. Загорна. Пас в среднюю зону. Зону соперника. Ошибка. Рыбаков ошибается. И Томаш Загорна оформляет дубль. Совершенно отвратительный пас через свою зону, через центр от Александра Рыбакова, который Томаш Загорна спокойно прервал и выкатился с Василием Демченко. Но на самом деле, после таких шайб, я думаю, тренерский штаб должен выносить определенные решения. Грубейшая ошибка нападающего, опытного нападающего челябинской команды приводит к тому, что Томаш Загорна оформляет дубль и делает счет 4-0. Удивительно, такое впечатление, что для Рыбакова Загорна надел шапку-невидимку и просто не видел соперника. Рыбаков, ну, прямо на клюшку делал ему передачу. Удивительно.